Нет, 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 не нужно разрисовывать ни потолок, ни шкаф. У нас есть для этого замечательный волшебный мольберт. Вот на нем то мы и потворим чудеса. Потворим вместе с тобой. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Канаду? Концерт. Так держать, то есть правильно, надо как бы проводить такие, поддерживать такие вообще проекты детей, чтобы дети развивались, потому что это наше будущее. И пели, пели, танцевали, и читали. И читали, и вообще молодцы, правильно. Мне очень понравилось танцевать, потому что я его знала на отлично, и меня поддерживали мои родители. Да, нам очень нравится всегда нам посещать данные такие мероприятия, концерты. Вот, дети молодцы, очень красиво, интересно посмотреть, красиво танцуют. Мы
молодцы, все очень хорошо выступили, малыши очень красивые. Карин, ты почему уходишь, ничего не говоришь? Старались, молодцы. Я очень довольна, рада, что мы попали в этот чайку эту. Хороший преподаватель нам попался. И дитё замечательно, она рада, довольная, очень даже. И я хочу сказать, что мы даже родители с удовольствием сюда идем посмотреть этот концерт. И спасибо всем, кто здесь нами, как говорится, руководит. Очень любим чайку, да? Сюда мы туда ходим. С большим удовольствием, правда? Да. Большое спасибо руководству и нашим преподавателям. Мы их очень любим. Хотелось бы пожелать им большой-большой зарплаты, чтобы было еще больше вдохновения. Ходим на бисероплетение сюда. Тут еще театральный кружок открылся, очень нравится. Участвовали в конкурсе чтецов от клуба «Чайка». Всегда на празднике всегда концерт, всегда ребенок задействован. Сегодня в клубе «Чайка» мы провели традиционный для нас концерт ко Дню Матери. К сожалению, этот концерт проведен немножко с опозданием, но все же сегодня был зал полон, и мы порадовались вместе с нашими ребятами, вместе с нашими мамами, бабушками и родителями творчеству наших детей. В этом празднике принимали участие все наши кружковцы. Начинали мы готовиться еще с начала ноября. Юные художники сделали прекрасную аппликацию для наших мам. Танцоры танцевали, певцы пели прекрасные песни о маме. Ну а все зрители поддерживали ребят громкими аплодисментами. Сегодня выступали наши самые юные артисты из ансамбля «Карамель». Это стало прекрасным украшением нашего праздника, ведь они показали сегодня свой премьерный танец. Мы желаем нашим самым юным артистам, конечно же, новых танцев, красивых, интересных постановок. Конечно же, хотелось бы, чтобы в дальнейшем наши такие прекрасные мероприятия проводились в залах с большей вместимостью, потому что сегодня зал был полон.